Сегодня телекомпания «Краснодар» подводит итоги акции «В кино за пятерки». Главное условие – набрать 20 пятерок за месяц до осенних каникул с 25 сентября по 25 октября. Смелых и способных ребят оказалось 8. Среди них и подружки-одноклассницы Арина Карпенко и Виолетта Петрова. Учатся в 4 Б в 19 школе. Обе каждую четверть заканчивают на одни пятерки. Мне больше нравится русский и литература. Потому что я по-русскому очень хорошо учусь, у меня больше всего пятерок по-русскому, а по литературе я быстро учу стихи. У меня все любимые предметы. Ну вот просто я люблю учиться, я не люблю даже, когда начинаются выходные, я говорю: мама, ну когда же уже скоро в школу? Карпенко Арина очень способная девочка, она участвовала в различных конкурсах, получала грамот достаточно много. А также про Виолетту Петрову хочу сказать, что девочка очень сильна в математике. Гордость нашего класса, про них школа знает, и как бы мы ними гордимся. Девочки получат сегодня билеты в кино. Мы решили, что перед каждыми каникулами будем проводить такую акцию. Так что учитесь на пятерке и пишите нам на почту, чтобы в следующие каникулы сходить в кино бесплатно.